Фейсбуке народ реагирует, и я так понял, шлет вам пламенный привет и пожелание успехов. На первом уроке мы делаем самые такие первичные упражнения, которые делаются в немецкой школе каллиграфии. Мы сначала начали с изображения предметов, то есть треугольников и квадратов. Потом мы, это должно было быть три листа одинаковых элементов разными чернилами. Потом мы изображали какую-то фигуру. Один элемент, который должен быть разных размеров и разными чернилами. И первый день мы пишем с деревяшечками такими. Наташа, покажи мне, где это все. Мы пишем только вот такими палочками, деревяшечками и трубочками из-под коктейля. Только этими элементами. И потом мы переходим уже к элементам букв. Но сейчас наша такая большая ошибка, что мы берем слишком много чернил, и буквы расплываются. Когда мы будем делать книгу, это, конечно, недопустимо. И сегодня мы вот делаем элементы. Видите, полукруги, наклонные линии, тире и вертикальная линия. Потому что из этих элементов можно составить любые буквы. И смотрим, какой лучше всего получается у нас элемент и какой размер букв. Так, это очень интересно. Aber es braucht ja auch Atmosphäre von dir, dieses Blatt. Das kann es auch eine Maschine, der Computer macht. Also es ist lebendig von einem lebendigen Menschen geschrieben. Das ist wichtig.